Далее мой коллега коротко расскажет о других новостях Сахалинской области, заслуживающих внимания. В Невельске и Ахе 77 семей бесплатно получили новые квартиры взамен аварийных. Жилье для переселенцев построено с отделкой под ключ, в нем установлены плиты и сантехника. Во дворах выполнено благоустройство, а сами многоэтажки монолитные, с сейсмостойкостью 9 баллов. Всего за последние 3 года на Сахалине и Курилах расселено около 11 тысяч человек. Выставка-ярмарка «День художника» прошла в Южно-Сахалинске. В галерее демонстрировали и продавали картины и изделия ручной работы. Авторы экспонатов – сахалинские художники. Для посетителей проводили мастер-классы от островных живописцев. Кроме того, гостей мероприятия развлекали концертными номерами. За 5 лет Сахалинской области построили 19 школ и 9 детсадов. Еще 27 образовательных учреждений капитально отремонтировали и модернизировали. Также в регионе возведены десятки новых спортивных объектов, открыты 82 точки роста, 6 кванториумов, 2 центра IT, обновлены компьютерные классы в 155 школах, сообщили в областном правительстве. Сахалинская команда Hardway Crew победила в крупнейшей международной внедорожной гонке в Малайзии. Соревнования длились 10 дней, в них приняли участие 4 российские команды. Островной регион представлял экипаж Сергея Конева и Дмитрия Блинова в сопровождении механиков Вадима Хмелева и Данила Лосева. Они стали первыми в абсолютном зачете самой престижной категории прототипов R1.